пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Женя Гейн, и в сегодняшнем видео мы вместе с вами посмотрим мой заказ с сайта ASOS. Я заказывала летние красивые яркие вещи, и в этом видео я буду примерять вещи на себе. Вы будете смотреть, если какие-то вещи вам понравятся, то вы найдете ссылки на них в описании под этим видео. И хочу сказать о том, что мой рост 1,80 м и размер одежды M. На мне сейчас комбинезон кюлоты на одно плечо с цветочным принтом. Ткань атласная, гладкий и шелковистый материал. Этот комбинезон подойдет для торжественных мероприятий, он без подкладки, дизайн с одним рукавом, вырез, застежка, молния. Штанины широкие, но, как видите, на меня он коротковат, так как рост 1,80 м. Я думаю, что он идеально подойдет на девушек ростом поменьше. Очень стильное белое платье, блейзер с глубоким вырезом и плиссированной юбкой. Ткань гладкая, не эластичный материал, а 100% полиэстер. Мне кажется, это платье идеально подойдет на какую-нибудь вечеринку, мероприятие. Глубокий вырез, очень красивый, сексуальный. Элегантный боди с тропическим цветочным принтом и стрингами. Я не буду вам показывать, как смотрится этот боди на мне. Сел он идеально. Ткань атласная. Материал также гладкий и шелковистый. Очень красивый цветочный рисунок. V-образный вырез. Запах, длинные рукава, трусы, стринги и застежка на кнопке внизу. Классический крой. Мне очень понравилось вот это платье, халтер, макси с вырезами. Это платье можно повседневно носить. Лямка через шею, кольца, вырезы, вырезы, капелька с пуговицей на спине. Он на завязке, эластичный пояс, длина макси, классический крой. Цвет необычный сейчас, этот цвет в тренде, подчеркивает загар. Следующий синий кроп-топ с вышивкой Ришель, он романтичный, подойдет под короткие джинсы, под юбку, под брюки. Прекрасный вариант для дневного образа, V-образный вырез со шнуровкой, рукава с оборками, эластичный крой, укороченная длина. Вышивка Ришелье, ажурная вышивка. Очень милый, нежный топик. Я заказала этот топ ради интереса. Мне было очень любопытно его померить на себе. Этот топ для смелых девчонок, кто не боится выделяться или как-то не так одеться. Мне кажется, для девушек с грудью поменьше. Бралет с полупрозрачными рукавами в богемном стиле. Вы на себе его совершенно не ощущаете. На спине завязка, застежки на крючок, классический крой. Очень милый костюм, розовая мини-юбка с плиссированными оборками и розовый кроп-топ с плиссированными оборками. Юбка на завышенной талии с поясом. Смотрится мило, нежно, воздушно. В сочетании с этим топиком, либо вы можете отдельно подобрать какой-нибудь другой топ. Черная рубашка на пуговицах с квадратным вырезом и пышными рукавами. В этом году очень модные такие блузы. В моде квадратный вырез горловины, мне это кажется очень женственным. Застежка спереди на пуговицах, пышные рукава, завязочка сзади, застежка молния, узкий крой. Облегающий крой, ткань гладкая, не эластичная. Можно подобрать с любым низом, абсолютно с любым. Следующий очень воздушный легкий топ со складками и кольцами. Этот топ подойдет на каждый день, идеален для жары, даже для беременных, мне кажется, он классно подойдет, потому что он воздушный, игривый, вырез глубокий, ремешки с декорированными узлами, отделка кольцами. Классический крой, очень-очень легкая ткань. Невероятно интересная атласная юбка миди с тигровым принтом и кружевом по краю. Юбка на завышенной талии. Сейчас тоже в моде атласные юбки. Эта юбка показалась мне очень необычной, потому что тигровый принт и плюс еще кружево. Можно сочетать с любым топиком, длинным, либо кроп-топом. Черный кроп-топ из сетки Dobby с открытыми плечами и пышными рукавами. Он немножко с
сползает грива с ваших плеч, полупрозрачные рукава, открытые плечи, укороченный крой, очень тонкая сеточка. Держится он за счет силиконовой подкладки. Следующее платье супер бандажное, оно просто стянуло меня всю. Очень тяжело, мне кажется, ходить в таком платье, потому что оно прям вот утягивает все ваши лишние килограммчики. Платье миди с бретельками и квадратным вырезом. Опять же, цвет вот этот мне очень сейчас нравится, он подчеркивает загар. Следующая очень нежная футболка с ангелочками, мне она так понравилась. Прекрасный вариант для дневного образа, полупрозрачный материал, принт необычный, тонкая-тонкая сеточка, очень веселенький топик. Еще на сайте ASOS я заказала вот такие интересные босоножки ASOS Shoes. У этих босоножек невысокий каблук, у меня размер 11, это почти 41 размер. Вот, смотрится на ноге очень красиво. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то обязательно ставьте лайки, комментируйте это видео. А также подписывайтесь на мой YouTube-канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые сюжеты. Всем пока-пока!